Добрый день, микс 2 XL Канада, это новая поставка, небольшой лот зимней одежды, качество крем. Итак, мужской джемпер на замке, замок, конечно же, в рабочем состоянии, все в нем отлично. Да, кстати, здесь вся одежда идет от XL, вот это, например, кофта 2 XL. Мужской джемпер XL, хлопок, похож на новый. Толстовка XL, хлопок, без начеса. Толстовка, ну она танковка, гольф, ну то есть другими словами, гольф 50-го размера. Толстовка L-ка, она вот идет с начесом, такая тепленькая, тоже новая. Мужская толстовка 2 XL с начесом. Тоже, по-моему, новая, но она такая плотная очень. Вот, это моя любимая вещь в этом лоте. Это потрясный свитер мужской Tommy Hilfiger 2 XL. Ну, вообще клёвый. Вот не знаю прямо, не знаю, классный. Толстовка, она с начёсиком 3 XL. Молодёжная. Толстовка спорт 3 XL. С начесом. Кофточка буклированная 2 XL. Причем Канада никогда не маломерит. XL. Это женская кофта 2 XL, хлопок, как танковка. Это толстовка на кнопках. У нее есть карманы. Она, в общем-то, смахивает на пижамную, но... Но мне кажется, это не пижамная штука. Нифига. Так, 22 размер. Это Champion 2 XL. Тоже похоже, что она новая. Этикетки сняты, соответственно. Платье 2 XL хлопок. Оно миди. И уже летнего сезона. Так же, как эта туника хлопок. С такими вот. Она тоже 2 XL. Платье 2 XL хлопок, средняя длина, на замке сзади, джинсы 26 размер, ну 26R, ой, мне кажется, знаете, они на 56-58, по-русски если. Мужские брюки 46 размера, но это американский размер, 2 XA. Тоже уже летние брюки на резинке. Джинсы. Ну, они, да, они как такие, не знаю, наверное, 38, если брать по Европе. И мужские брюки классического образца 3 XA. Совершенно классная джинсовая рубашка. Причем джинс у нее такой мягкий, тонкий. Не стоячий, мягкий, удобный. Хлопок. А вот эта рубашка, у нее спортивная тематика, она как ветровка, у нее есть сетка, то есть хлопковый верх, замочки, кармашки, тут, кстати, пуговицы отсутствуют, вот, и у нее, видите, какой, смотрите, получается, что у нее, сейчас покажу, проветриватель, вот, и здесь на липучке, ну, то есть такая полуспорт рубашка с комфортом для носки, 3 икса, хлопок, 2 икса хлопок, 2 икса, но это женская блузка, если та была мужская, то это женская, она хлопок, мужская, 2 икса хлопок, это вельветовый жакет, 2 икса укороченный, фланелевые штаны. Непонятно какого размера, но не меньше, чем 2 икса. Это одна часть лота. Подробную информацию о том, сколько стоит лот и сколько здесь стоимость одной единицы, вы сможете узнать, нажав на название. Штаны XL на замке. Это прогульные штаны. Ну, кстати, как они прогульные? Видите, они похожи на лыжные.
Вот это вот они, знаете, такие XL. Они рабочие, но они новые. Жилетка с синтепоном. XL футболка. Женская 2XL. Кофта 3X. Похожа на пижамную. Ночная рубашка 22 размер. Трикотаж. Хлопковый. На подарок сейчас нормально. И классный атласный халат. Причем у него такие рукавчики не отрезные, а цельнокроенные. 3X. И у него короткая длина. Пояс присутствует. Нарядная блузка трикотажная 2X. 3X кофта с открытыми плечами, длинными рукавами. Флисовая толстовка 2XL. Такая 18-20 размер хлопковая кофта с коротким рукавом. Танковка 2X, причем плотная. Нижнее белье. Пушап. Здесь идет фланелевая пижама такой зимней новогодней тематики. Она 2X, посчитана как одна единица. Вот низ у нее и вверх. И классные новогодние штаны. Они 3X, у них флисовый подклад, они очень теплые. Забавные штанишки. Кофта. XL. Это хлопковая кофта тоже с гольфом, и у нее такая 3X. Кардиган XL. Юбка на резинке 26 размер, плиссе внизу. Новогодняя толстовка. Аксессуар и курточка XL. Зимняя ли это курточка? Да, это зимняя курточка, у нее есть карманы, капюшон отстегивается, люди, и есть еще хлопковые манжеты. Люди такого размера, такие куртки спокойно носят всю зиму, и очень им в них удобно. Подробную информацию смотрите под видео. Спасибо!